Друзья, всем привет! На связи интернет-магазин Invicta.com.ua. Сегодня на обзоре у нас вот такие красавцы от американцев Invicta из старой очень знаковой коллекции Reserve Bolt, которую Invicta в 2020 году выпустила вот в таком, можно сказать, самом первом дизайне этой коллекции. И эти часы, конечно же, не спутаешь абсолютно ни с чем. Здесь и форма корпуса, здесь и металлический жгут, а в данном случае два жгута на безеле и форма кнопок. В общем, эти часы очень самобытные и имеют свой абсолютно уникальный стиль. Корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали с позолотой, сочетание сатина и зеркальной полировки. По отделке в этой модели все неплохо. Есть какие-то небольшие косячки, но опять же ничего критического. Опять же хочется сказать, что эти модели стали намного доступнее своих старших братьев, которые увидели свет в районе 7 лет назад. Доступнее на 30-40% в цене, поэтому если здесь есть какие-то маленькие косячки, то все это оправдано достаточно более доступной стоимостью этих моделей. Застежка раскладная с фиксатором. Здесь опять же вот трущиеся места, появляются проплешинки. Это неизбежно, так как металл трется об металл. Сатинирование с внутренней стороны. Гравировка коллекции на задней крышке. И здесь же выписаны некоторые характеристики этой модели. Часы увесистые, крупные. Давайте по размерам. 50 мм. От ушка до ушка 63 мм. Толщина 18. Вес 300 грамм. Часы тяжелые. Есть, конечно, вот такой некоторый люфтящий звук браслета, который выдает его бюджетность здесь вот в месте крепления к корпусу. Хотя тактильно очень приятный и увесистый. Но в креплении есть вот такой заметный люфт. И что интересно, что на золотых моделях безель вращается против часовой стрелки. Причем такой очень уверенный ход, без люфта. А вот на таких же моделях из нержавеющей стали здесь безеля не вращаются. Просто декоративный характер. Минеральные стекла. На старых часах Invicta устанавливала свои фирменные стекла Flame Fusion. Они более прочные, но опять же, учитывая толщину этого стекла, сомневаюсь, что здесь будут какие-то проблемы. Объемный циферблат, очень аккуратно сделаны все стрелки и метки. Это, конечно, выглядит классно. Светонакопители на стрелках и метках часов. Давайте посмотрим. Секундомер, хронограф запускается щелчком верхней кнопкой. Верхняя останавливается, нижняя щелчком обнуляется. Тактильно это очень приятно, удобно. Основная секундная стрелка реализована в правом верхнем маленьком циферблате. Есть окошечко даты. Есть, как по мне, абсолютно бесполезная функция тахиметра, шкала для определения скорости движения на основании пройденного пути. Водозащита 200 метров. Кнопка завинчивается для лучшей герметичности корпуса. И давайте я померяю часы на свое запястье. У меня рука 18 сантиметров в обхвате. Я когда-то носила аналогичную модель. Не забываем, что браслет сильно плотно укорачивать по руке не нужно, так как здесь массивные кнопки, при изгибе может быть дискомфорт. Это делюсь своим личным опытом. Хочется сказать, что есть у нас один экземпляр с небольшими дефектами. Здесь царапинка на ушке и микроцарапинки на безеле.
Вот эта модель будет немножечко дешевле для тех, кто хочет еще сэкономить. Ну а по итогам хочется сказать, что, в общем-то, в перевыпуске, да, некоторые характеристики стали проще. Да, есть какие-то мелкие косячки по отделке, но, опять же, учитывая то, насколько эти часы стали доступнее, все эти косяки, на них можно просто закрывать глаза. Потому что на самом деле ничего страшного, ничего критического нет. В целом, впечатления от модели положительные. Это классный дизайн, это тот дизайн, за счет которого Invicta росла, становилась вот именно той Invicta, которая она есть сейчас. И это модели, которые вы узнаете сразу и не спутаете ни с чем. Напомню, что у нас только оригинал, часы с гарантией 2 года. Ссылки для приобретения я оставлю в описании к этому ролику. Также там вы найдете ссылки на наши каналы Instagram, Telegram. Подписывайтесь, некоторые новости там выходят более оперативно. Поставьте пальцы вверх, если видео было полезным. Подписывайтесь на этот канал. Друзья, на этом все. Хорошего дня. Пока.